Победа не всегда означает быть первым. Победа – это когда ты стал лучше, чем был. Под таким девизом в универсальном спорткомплексе Подмосковья прошло 10-е открытое первенство городского округа Щелково по тэквондо ИТФ. На татами сошлись около 300 спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет. На торжественной церемонии открытия ребят поприветствовали представители Федерации тэквондо ИТФ и другие почетные гости. Для участников и гостей соревнований выступили российский поэт-песенник, автор слов к шлягерам Александр Шаганов и команда по черспорту «Диамант». Чтобы достичь успеха в тэквондо, нужны усердные тренировки и способность справляться с трудностями. Подобные соревнования, как 10-е первенство городского округа Щелково, очень важны для подрастающего поколения. Они набираются не только соревновательного опыта, но и выявляются действительно талантливые и способные ребята, которые могут служить в дальнейшем резервом для нашей сборной команды Московской области. 42 медали на муниципальном чемпионате – свидетельство упорства наших спортсменов. Многие из них уже показывают отличные результаты и на всероссийских, и даже международных стартах. На данных соревнованиях, да, у нас получается, есть спортсмены, те, которые уже регулярно выступают, да, по возрастным категориям, например, так как 11-13 лет, это у нас уже идут как отборочные соревнования проходят по этому возрасту, да. Также есть и начинающие спортсмены 9-10, 7-8 лет, то есть юные спортсмены, которые только начинают пробовать себя именно в соревновательном этапе. У меня красно-черный пояс, и я получила 3-е место на чемпионате России. Даже если не получается, надо идти до конца. Вот сегодня почти чуть ли не проиграла, но до конца сделала и выиграла. Сегодня в городском округе Щелково тэквондо занимаются около 80 человек, и количество спортсменов возрастает с каждым годом. Я решила выбрать этот вид спорта, потому что я давно мечтала попасть в какую-нибудь сборную. Раньше занимался плаванием, но понял, что это не мое, и решил уйти в тэквондо, потому что даже и не только из-за этого, но и постоять за себя смогу хотя бы. Тэквондо развивает в детях способность постоять за себя, контролировать свою энергию, быть выносливым и уметь защищать близких. Евгения Корытько, Щелковское телевидение.